Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Наш знакомый использует вместо картофелекопалки небольшой плужок, который шел в комплекте с мотоблоком Нева. Уникальность этой конструкции в том, что благодаря удлиненной подвижной сцепке плужок можно установить в любом месте между колес. Мы двигаем сцепку влево или вправо и фиксируем в нужном нам положении. Кроме этого, конструкция имеет еще 4 регулировки. Заглубление плуга, регулировка угла атаки, поворот плуга и наклон упорной пятки. Если нужно пахать огород или делать борозды под посадку овощей, на плуг ставится съемный отвал. Ставим плуг вертикально, производим все регулировки и пашем. Если нужно копать картошку, то вместо отвала ставится полоса с приваренными к ней прутиками, а плужок поворачивается горизонтально. Это видно на фото. Благодаря правильно установленной упорной пятке картофелекопалка будет работать на одной глубине и не будет зарываться. На видео мы видим, как оператор быстро настроил плуг и легко, без особых усилий, прошел борозду 40 метров. Очень жаль, что современные мотоблоки идут без навесного оборудования. А такой отдельно плуг мне лично в продаже не попадался. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.